Поэтому ко всем этим предсказамусам и прочим гаданиям надо относиться, ну, я хочу сказать, серьезно. Но серьезность-то с чем? Вот когда появляются какие-то там, один сказал, другой. Это, кстати, зная нашу концепцию, стали использовать спецслужбы. Вот, поэтому в газетах, в журналах говорится о том, что будет в верховной власти, какие реформы будут приниматься. И все это увязывается какими-то предсказамусами и прочими, так сказать, гаданиями. И народ не видит в этом, что это все уже предусмотрено к этому. И его, самое главное, подготовили. То есть он уже готов, что да, в начале века или там в 21-м году произойдет что-то такое. То есть все, нагадали же так, так будет. Вот о чем идет речь.